Поговорим о том, что сейчас актуально в сфере жилищного строительства. В Гомельской области более 90 тысяч семей стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Таковы данные облстата. В прошлом году в новые квартиры перебрались около 2500 семей. В основном молодые и многодетные. Конечно, очередь движется не так быстро, как хотелось бы, но есть другие несомненные плюсы. Если сравнить прошлогодние цены на квадратный метр в областных центрах страны, то дешевле всего строиться было именно в Гомеле. В этом году, несмотря на экономическую ситуацию, низкие цены планируют сохранить. Согласно постановлению Совмина, на строительство жилья с господдержкой дополнительно выделят 50 миллионов рублей. Сейчас Минстрой утверждает перечень жилых домов, которые можно будет построить за эти средства. Все многоэтажки должны появиться в белорусских городах уже в этом году. Принятое постановление позволит ввести дополнительно не менее 75 тысяч квадратных метров жилья с поддержкой государства. Речь идет о сумме 5,6 миллиона рублей кредитных ресурсов. На сегодняшний день это 10,5% годовых. А сколько изначально планировалось потратить на эти цели? Изначально планировалось потратить 17 миллионов льготных кредитных ресурсов под 5% годовых и 3,5 миллиона рублей под 10 и более. В настоящее время вот эта добавка составила 5,6 миллиона рублей. Итого у нас получается, что 9 миллионов рублей у нас кредитных ресурсов свыше 10% годовых и 17 миллионов кредитных ресурсов под 5% годовых. Едвига Викторовна, а куда будут потрачены в Гомельской области эти средства? Где появятся новые дома? За эти средства принято решение. Эти перечни будут утверждены постановлением Совмина построить два дома. Один дом в 104-м микрорайоне на 63 квартиры, а второй дом по улице Федюнинского. У нас там разрабатывается новый микрорайон. Это будут дома КПД. Стоимость не должна превышать 660 рублей. И 75% от стоимости данных квартир будут проакредитованы за счет вот этих кредитных ресурсов. Кто сможет получить кредиты и на каких условиях они будут выдаваться? Данные кредиты могут получить все граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий в городе Гомеле. Администрации районов будут направлять граждан, желающих получить данные кредиты, на строительство двух жилых домов. Условия получения кредита – 75% от стоимости жилого дома. Условия кредитования – в настоящее время ставка рефинансирования плюс 3% пункта, минус 50% ставки рефинансирования. Получается 10,5%. То есть условия очень выгодные.